Слушай, я боюсь. Можно я не пойду? Джоди, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. А вдруг они злые? Да и платье дурацкое. Вернемся. Ну, успокойся. Нет причин для паники. Это просто день рождения. Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. Иди. Устой, а подарок-то? Стихи Эдгара По. Редкое букинистическое издание. Ей понравится. Не бойся. Все будет хорошо. Я приеду в 5. Удачи. Заходи. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких более или менее. Это подарок? Клево. Я пошла, дочка, развлекайтесь, только без глупостей, ладно? Да, мам, как скажешь. Наконец-то свалила. Ребята, это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Нет. Типа того? Нет. Тусуем! Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! За трэш. Отойди. Рубим что-нибудь повеселей, такое, чтоб качало. А вот что я заныкала под кроватью. Мама даже нос ко мне не сует, бедные наивные женщины. Кирстен, ты умница! Джоди, будешь? Нет, спасибо, я не пью. Слушай, ты столько теряешь. После 3-й банки мир становится не таким отстойным местом. Привет. Я Мэтт. Джоди, да? Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Я не хожу в школу. У меня своя программа. Это очень скучно. Признаюсь, мне не хватает общения. Но я уже почти привыкла. А ты работаешь с мамой Кирстен? Мы с Кирстен не знакомы. Ее мама у нас работает, вот меня и позвали. Я вот раньше жил в Лондоне, 2 года назад переехал. А ты? Ты где жила? На базе. Я живу на базе с самого рождения. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? Я люблю серфинг, играю с друзьями в рок-группе. А ты? Ты что любишь? Да так. Много читаю. Я вообще скучная. Слушай, а как ты попала в 4-й отдел? Давай не будем об этом. Прости, вот дурак. Я тебя случайно не расстроил? Нет. Нет? Нет, вовсе ладно. Нет. О, медляк. Потанцуем? Да я совсем не умею. Ничего, я тоже не особо умею, так что... Вот. Ай, прости, все-таки неуклюжие мы с тобой. Ничего. Наверное, тебе это часто говорят, но ты очень красивая. Спасибо. Ты не похожа на других. В тебе есть что-то особенное. Спасибо, но ты меня совсем не знаешь. Спасибо за танец, Мэтт, но я не хочу. Ребят, а пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. А, точно! Нет, будет я... прикольно! Да бросьте, она врет. И правда, Джоди, а то скучно. А, Джоди, устрой нам шоу. Ну, хорошо. Ну, мы все тебя ждем. Помолчите и не шевелитесь. Как мне страшно, ща обоссусь. Заткнись, Стивен. Там кто-то есть. Не психуй, Эмма, там... Что происходит? Стол! Гляньте на стол! Ну все, с меня хватит. Да, хватит. Да, на самом деле страшно. Я совсем не хотела вас напугать. Простите, вы сами просили. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Хотя торт подождет, подарки важнее. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Стринги! Как я и хотела. Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь. Мой будущий парень говорит спасибо. По-моему, они очень секси. А это что за дрянь? Старая книга. И вонючая. Это букинистическое издание, стихи Эдгара Алан По. Эдгар Алан кто? Ты что, украла ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Думает, она умная, а сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. Да. Весь вечер за мной бегает, как собачка. Так и просит. О, она еще и шлюха. Я и звать-то ее не хотела, это все мама. Да, шлюха. Шлюха и ведьма. А давайте ее проучим. Что делают с ведьмами? Сжигают. Держи ее! На! Нет! Стойте! Нет! О, отличница замогильной тьмы! Иди нам свою силу! Выпустите меня вот отсюда! Так бы с самого начала. Пожалуйста, откройте мне! Пустите! Где там торт? Пустите! Я уйду! Отпустите меня! Я не хочу тут сидеть! Прошу вас! Вытащи меня! Айден!